Друзья, привет! Не так важна погода за окном, как отношение к ней. Берег — клевое место. День добрый. Здравствуйте. Только что прекратился дождь, разогнал тучи. Вы приехали во вторую половину дня на путевку, именуемую вечер. Как у вас обстоят дела? Ну, превосходно. Превосходно. Что в улове? В улове карп. В хвостах? В хвостах два. В хвостах два. Как-то раз вы приезжали, и даже, наверное, несколько раз, и не добивались желаемого результата. Ну, что изменили? Поделитесь своим опытом, будьте добры. Ну, изменили прикормку, в первую очередь. Ну, и, соответственно, оснастку. Толщину лески? Толщину лески там использовали уже не плетенку, а просто леску там флюорокарбоновую. И крючочки, соответственно, 14-12 номер. И сразу прям... Результаты не заставили себя ждать, да? Да, соответственно. Легкие подтюкивания. Легкие подтюкивания есть? Есть, да? Есть, да. Вот, прекрасно. Ну, соответственно. Но сегодня мимо. Мимо, да? Не успели? Мимо, да. Ну, и очень было сходов. Много сходов, да? Так, ну рыбалка еще не заканчивается, ни хвоста, ни чешуи. Три обрыва еще было. Даже так? Да. Ни хвоста, ни чешуи, хорошего отдыха вам.